Всем привет! Сегодня хотелось бы записать с вами видеообзор на такое приложение, как ксилофон. Почему на него? Наверное, это все-таки игрушка детства. У всех, наверное, в детстве были такие палочки, на барабанные похожи. Вот, и такая игрушечка. Вот, откроем, посмотрим. Напоминаю, что мы находились только что, вернусь назад. Категория развлечения для в магазине для Windows 8.1 профессионал. Вот. И будем с вами сейчас смотреть описание и устанавливать приложение. Так-с. Что же мы видим сразу? Сразу же мы видим описание на английском, скорее всего, и само приложение будет на английском. Скриншоты, кнопка «Установить». Вот так вот, да. Оценка 4,9, 22 оценки. Очень даже неплохо, очень даже неплохо. Вот. Все пишут хорошие комментарии. Посмотрим же на язык. Язык есть русский. Будем пробовать его, конечно, поменять в настройках как-то. Вот. Устанавливаем приложение. Смотрим на состояние загрузки нашей. Устанавливается. Вот, установилось, открываем его. Такой вот. Разные всякие, типа эти. Там ксилофон именно мы выберем. Здесь, в принципе, написано, какие кнопки за что отвечают, да? Вот. Вот, ну, работает ли оно мышкой еще? Да, работает мышкой. Если бы можно было, конечно, две мышки что-то делать с палочками. Вот, было бы прикольно. Не знаю, для чего вот эта штучка. Вот. Можно еще здесь всяческие такие. Вот эти такие какие-то более звонкие, как будто они с эхом таким. Клавиши. Хотелось бы еще. Звонкие. Такие, конечно, тоже с эхом. Прикольные, конечно, звуки. Вот. Я думаю, если вам слышно, то вы поймете меня. Вот, в принципе, вот так вот выглядит это приложение. Очень забавно, в принципе, в сравнении, там, может, кто-то умеет играть, а может, кто-то научился бы играть с помощью клавиш, клавиатуры. Тоже было бы весьма впечатлительно. Вот. Ну все, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления. Всего доброго!